Ребята, так вообще, ну, то есть никого, то есть половину команды то не выкинул, а не? Всех Ребят, выкинул? так я не знаю, Нет, как вы... я на Да, всех. сервере. Ну так тогда остаемся и удержим те точки. Так у нас только пляж остался уже. Обратно, да, по правой стороне. У меня И опять то, кран. судя по всему, он ненадолго остался. Нет. Подожди, Слышу, точку на Рос, у пляже меня нас опять не... вылетело. Перезайди. Галида требует рестарт. Ну, подожди, кстати, да, даже должен быть. Подожди, смотря сколько людей выкинуло в тот момент. Больше половины, алло. С этими их правилами. Ну сейчас у нас их поровну, у нас на одного больше. Ну, с правой стороны обходим. Они, походу, специально сделали. Возможно. Чтобы уравнять А, команды. буду то будет говорить, что это русские хакеры виноваты. Кирдык вашей Америки. Так, Эксхо. Так, мы подожди, мы британцы. Так. Это все Путин, это все рука Кремля. Давай тащи лучше. Ой, А долго все, я заходит, разобьем, да. ё-моё. А все, зашел. Пошли. Так, что у нас? А почему пушка не в ту сторону? Кстати, да, обнулила щита. Бросьте левого хламя, смейте! Черт. В общем, ребята, все через правую. Одного Так, только достаточно. Макса, спалите. Спалите, где Макс? Одного достаточно, стойте, одного достаточно. А если ворвутся все, это может быть подозрение, так скажем. Давайте пока что идет. Норм. Ну, пусть лучше не давление с вами О, тут. ребят, поджимают, поджимают. В этот, на точке взяли МГшку. Что такое МГшка? Машин ГВХ, пулемет. Он подписан, машин ГВХ. Так, ребят, по правой стороне вообще не идем на пролом, нас свалят там. И кто запер... Подожди, кто сейчас за пушкой? Сейчас я посмотрю сам. За корабля... На корабле? За гонялькой? Королу. А, это, короче, не наши. Направо, направо, все направо. Але дивись, там за ці каміння, МГ, там снайпер, я. Хтось сидить. Давай. По воді, все в воду. У нас є пулеметчик. Да, у нас є скіт пулеметчика. Все в воду, тут на глибину, і это, то так, як я плись, поняли? Щоб не видно було. І як це зробити? Вниз, це нажимаєш вниз. Look down. Окей, я ему достаю. Там цен, может, це, это смеет, видите, да блин, меня Костоган убил. Ну вот, я же говорю, все в воду. И а сейчас на правую сторону, как... и с правой стороны сейчас... Вообще, убилось не было взрыва. За камни, да. Давай, быстрее. Ну, Костоган где-то странный... Тихо, МГшка. То есть не было снаряда, не было взрыва, убивает. Ребят, пока мы отвлекаем, моё, короче, моё. Давай, траншеи вали. Пять раз сдох, добежать не могу. Откуда? Видел, подожди, стой, валит же меня твой. Меня завалили. Блин, так долго бежал. Тихо. Ребят, этот, одни направо, другие налево, короче, будем сейчас. Только с левой стороны костелы отрабатывают по нам. Блин, такие позиции потеряли из-за этого краша. Да. Если потом еще бы метрусы не русских хакеров в этом краше. Вы же стреляете по врагу, вы смотрите на миникарту и смотрите, вот прет чувак на пролом, это же не свой был.
Давай, давай, через правую сторону, давай быстрее, ребят. Браво, окей. Сейчас все будет, я уже иду. Блин, у меня тут пулемётчик какой-то... Стреливает. Тихо. Класс, 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 класс. Пулемётчик поганый. Крыса. Ебаная. Фух, вся пулемётчика. Давай, 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 через правую сторону, ребят, пока отвлекаю, пока сама масса отвлекает. Этот пулемётчик на этом, на чём? На праве. Так, а, просто сиди, все. Красивый. Крыса, крыса. Ненавижу пулемётчиков. А ведь когда-то думали, там что... Там снайпер на правую сторону. Кулак меня. Да, вижу петуха этого, который меня убил. Справа там. Давай, давай, все, все на левую теперь. Там, там только этот, стрелкотня. Давай. Не высовывайся вперед, там костел. По краю карты, в воду снова, опять в воду. Блин, этот, давай. На левую сторону. Можем респу делать с канонерки и прям в воду спускаться. А вот не отдавали бы им людей. Даже после краша были бы преимущества. Нам потребовали. Ну, блин, да, мы можем сказать нет и все, и что будем делать? Старт. Мать потребовать сделать рестарт. Потому что... Таким больше половины наших. МГ, МГшка села. МГшка села не на пике, да точно. Есть, успел. Нет, не успел. Я не знаю, успел, не успел. Ладно, короче, этот... по левой стороне, да-да-да, правильно, только не заходи, не заходи туда, не заходи. Ты чё, один? Они тоже правую сторону рашат. Они правую сторону рашат. Давай-давай-давай-давай, захват, захватывай траншей. Да, блин. Что, нет, не получилось. Я... Держитесь, держитесь там на траншейке. Стоп, меня убил. Что по барабану кто тебя убил. Подожди, стоп, по воде идемся. Не-не-не, проблема в том, что он был далеко от меня. Как раз дальше состояние удара ножом. Вот-вот. Там бывает такой глюк. Глюк? Кто этот? Кажется, это на водочке даем, ребят. У нас, короче, капитан польской команды сейчас этот. Тянский, ты где? Давай, давай, доходим, доходим до траншеи. Справа, справа пулемет, да? Справа что-то есть. Этот костел очистили. А как блин, так они в костюры стреляют? Или я ничего вообще понять не могу? Я сам пытаюсь с левого берега. Это ведь укус у них получается укус. Да. Марш со снайперкой. Фух. Что у нас под поддержкой? Давай, 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 слева, ребят, и киньте этот на водочку по пулеметчикам. Сейчас я сам попробую. Ну вылези, вылези, тварь. Наш собака. User in your channel timed out. Фу. Справа пулеметы, да? Dad, нам треба якісь стратегії, because like everyone's по скиві сюди і нічого не робиться. Я зрозумів. Або всі наліво, або всі направо, або всі посередині. Угу.
казаки. Подожди, слева снайпера, пулеметчики. Что у нас справа? По центру нас костелы просто-напросто раскидают все. Что думаешь? По центру там двое человек всего. Ну так вот, машин ГВХ и ЦЦР разбирают сейчас, вот я смотрю по центру всех. Костел Ган откуда разобрал только что Тома? Не видели? Подержите меня по центру, тут нормально, дошел ведь. Короче, ребят, сейчас все на правый остров, то есть на правый полуостров, там где через реку, короче, с правой стороны. Им сложнее будет навестись, давайте все направо. Але дивись, там коли ці каміння вони МГ, сидять. МГ, я знаю. Yeah. І сразу за камні, поняли? Все, все направо, погнали. І быстрее над костелом убігаємо. Перепливаем посерединке. Там турок. Все, прячь. Блин. User disconnected from your channel. User joined your channel. Мы сейчас просрём, ребят. Ace, I can hear you because I have connect only with Tom. Ace. Okay. Hey, Dad Ross. You have strategy. I don't have. User entered your channel. Yeah, Dad Ross, it looks like they've only got one or two guys right now covering the trench lines flag, so I want everyone to make a push on it as much as possible. Okay. Go right up the middle. Їдем посередині. Ребят, ми пушечне м'ясо, погнали. Зберуться провайдера. Этого не немцы. User left your channel. Ай-яй-яй, Васек. Так, этот, откуда Макс стреляет? Офигенно, справимся тут же. Ребят, теперь слушай меня. Берем все сейчас патрульного. Опа, все, вижу. Через бинокль смотрим. Попробуй сейчас попасть сейчас. Не могу. Да, нас прям на респе гранатами, все закидываем гранату. Короче, там где крепления такие. Hey, Dad Ross? Yeah. Tell your guys to spawn using the boat or the ship. Don't spawn using beach. They've got the artillery just blasting away at that. You'll be able to make it. You'll have an easier time going from the boat. Okay? Okay. User left your channel. Що він сказав? User left the channel. Він казав, щоб іти на boat, на курля, на як то сказати? А краще по лівій стороні. Лодку, щоб той біч, там забагато артилерія і гранати то все, і то неможливо спан на біч. Угу. Прикольно. Короче, нам отменили команду бить пушечне м'ясо. А хто? Ну, он типа наш генерал, да. А что он сказал? Ну, тебе то, что рассказали, перевели. Спавн на лодке и по левой стороне обходим. А, я понял. И гранатами чё? Закидываем. Да ну откуда? Ну, ё-моё. С провайдерами и было. Кстати, один на крыше сидит, по-моему, на правой стороне. Этот домик. Фига себе, много стало. Понимаешь, что тут прямо по центру. Арчи. Ребят, по левой, еще раз повторяю, все спаун на лодке по левой стороне по воде.
Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, этот продули из-за гребаного краша. Я верю, мы еще выиграем. Короче, тут еще пибикает. В общем, нам надо... Я не знаю, нам нужна хорошая связь, чтобы этот... Скринить надо, да? Скринить надо было или нет? Да, надо было. Дядь, я скажу, нам треба той тренчлайн. Або ми йдемо наліво, або направо, треба той тренчлайн. Бо як ми переходимо, like, past the тренчлайн, і йдемо наліво, направо, they shoot us all. Вони нас розстрілюють, як це сказати. Я зрозумів. Розстрілюють. Маленький Кутузов? Этот... Але тренчлайн криють з артилерії. Але чекай, як ми всі спочатку зразу підемо на тренчлайн, поки то все артилерії ще не має час, як то aim. Я зрозумів. Але вони роблять спаун теж там в тренчлайн. Окей, значить всі беремо engineer, бо engineer має ці, як то, three explosive... No. Вони мають противо... антитанк. Ну, це і є engineer. А что такое не то, что, не то, что нам надо. Тренчлайн это D4. В общем, ребята, сейчас респу все на левой точке, то есть на всех этих... Че на правую точку, может? На порт. Давайте порт. Почему D4 это траншлайн? Давай все пойдем до порт. Что значит слово траншлайн? Это что-то с немецкого. User disconnected from the channel. Вряд ли не похоже на немецкое. Это больше на английское. Траншеи, алло. А почему мы называем воду траншеи? Какую воду, господи, да, сейчас... Типа, говорили мы через воду, типа, будем плыть траншеи, типа, чтобы нас не убивали. Окей, значит, какие стратегии? 15 секунд, что мы делаем? What are we doing? На тренчлайн. Окей, на тренчлайн. Окей, все идем на тренчлайн, все. Тот, ну, респу на лодочках, короче, и сейчас атакуем две первые точки. Все массово. И гранатами закидывать, поняли? Берем okay. обычно пехотинца okay, и... Погнали. Главное, да, можем порать, давай, психатака. Главное, кто удачно будку кораблю. А я кого взял? Я не помню, кого я взял. А, я взял на лодочку, хорошо. Вот, кстати, у меня товарищ один живет в общежитии с индусами. Можешь не продолжать. Вот, и вот он ничего хорошего про них не говорил. Татьянский, не пиши в общий. Тихо. Все. Давай, быстрее. Вперед. Под гранаты не подставляемся. Они уже прибежали, уже закидывают гранаты. Давай, тоже и гранатами. Next one. Следующий. Кричит заведующий. Возьми пулемет, кто шарит. Давай. Эх, ладно, что я сделаю, что я беды? Хоть говори, хоть размовляй. Все равно продуваем пока что. Нормально. МГшки опять взяли этот... Ладно, я сделал мне новую стрельбу, поэтому не считай, что я чист. Ой, не туда дал, ладно. Вперед. Давай, вперед, да. Я. Forward. Так, подожди, по левой стороне, да, не обходим. Давай Костал Ган. Потому что на него надо наводочку дать, чтобы Валякс его снял. А почему взрыва не было, но он набивает? А, ну это уже, короче, из-за того перезагрузки сервака не отображает. Fuck you, Ган. Давай. Давайте, ребята. Ну, добежали до траншейки, посмотрели. Этот, кто там поближе останется с этим? Гранатами! Так,
особенно крыски закрыть, где гран, крыс плюет мне. Ребят, наводочку надо на левую костолган. У кого есть? С собой? Тихо, там. Нужно сначала... Я только столько прорвусь, уже в вашем распутье. Да подожди, меня тут еще пехота кроет. Я не могу доползти. Там мне по центру потих... пулемет стоит. Кто-нибудь накройте его. Я его не достаю из этой, из винтовки. Да почему тут нету этого спринта? Слухай, да. Там будинок, коло тренчлайн, вони всі тут стоять. Like, all of our guys там стоять. Хай вони йдуть, а не... Там дефен. Ребят, вылазим с дома, хватит там сидеть. Ну сейчас вылезешь. Charge. А кто опять charge. Пишет в этот в чат? Далин. Ну эти, кстати. Танский, ты тут? Тихо. Смотри, как я шпадаю. Да мать твою, а! Там крыса пулемётная в кратере засела. Везде там пулеметы. Я же говорю, берете этого патрульного и смотрите через бинокль, где она находится, эта крыса. Вылазь в эти будинки. Выходи оттуда, все, погнали оттуда. Кто там? Сейчас я посмотрю. А вот везде эти пулеметы. Блюдочные. Что у нас? Ребят, кто на правой стороне, давай обходи и возьми порт. А, уже все, уже мало осталось. Страшие. Кто там остался? Подержите по центру, справа же хорошо идут. А ёпта. Вашу ж мать, Арчи. Да, Костел опять-то. Блять. По голове себе постучи, а. Давайте вернем наших. Да, как раз поровну, все по-честному. Этот... слева по центру... Короче... Кстати, походу Тянский, он все время стоит. Он АФК. Вот, да. Да. Давай, like... Forward, charge. Forward, Coastal Gun. Я же the trench line, а я сам. Я дойшу до trench. Бейте его, вон, гранату киньте ему. Все, Джейсон молодец. Ай, блядь. Справа, блядь. Короче, снайпер. Снайпера. Ребята в камнях, которые с самого начала. На крыше рядом, один их. Мне на нужен... Подожди. Короче, ребят, а ну подожди, стоп. Так как я Костлаган убил? Взрыв уже прошел. Это такая херня, что взрыв прошел уже. Но убил меня после того, как взорвался снаряд. Причем у тебя вроде как зоны поражения-то и не был. А нашел у него уже после взрыва. Да, жара. Костлаган бы вынести. Ребят, а так, сейчас я попробую сам на арте посидеть. Ну вот да, правильно, своих пили. Бейте. Бей своих, чтоб чужие боялись. Скайман, ты тут? Да ну блин. Так, ребят. Не збирайся коло цю хату, бо один Coastal Gun і ви всі... Зряю машу отдали. Ай, подержите, пожалуйста. Откуда? Справа, слева. Давай, да, на арте сейчас будем. Ничего себе. Чуваки, отвлекайте, я попробую порт захватить справа. Попробуй. О, кто там справа возле порта? Заберешь? Сможешь? Thank you.
А, фак. Ну, почти. Скайман, не-не-не-не, делай этого. Да блин. Короче, иди воюй. Я смотрю по правой, а что по левой происходит? Ребят, на водочку, пожалуйста. Ничего себе нас крошит. Ой. Там металл с пулеметом на здание. Пытаюсь вынести. Ой. А, не металл. Ну ладно. Просто вынес. Понесли, обхожу. Можно помочь? Нет, тут металл. Давай, иди, не сбирайся около той будинок. Том, давай, вперед, forward, forward. Сейчас дам наводку на пулемет. Сняли. Сняли, пулемет, там еще металл где-то засел. Блять, там по левой хорошо было идти, никого практически не было. Откуда сняли, я не знаю. Прям снимают, если к берегу подходишь, как котят. Там снайпер сидит. А где? Если слева, то там за деревянный. И хрен поймешь, где он засел. Я попробую сейчас, ну, если увижу, наводку на него дать. И в прошлый раз он тут отлично сидел, меня там снимали через раз. Я шерист, пришел до тренч лайн, але я сам, тут никто зі мною... Ну, справа, ты, может, справа, прикроет кто-то? Справа, давай, вперед. Нам бы выхожу. Откуда? С какой? Тренч, просто вперед. D4. User disconnected from your channel. Мискоров из мем тренч. Не беру. Давайте, сейчас по центру. Вперед, кто по своим стреляет, блин? Да блядь! Стреляй на ходу. Смотрите, что... В траншеях ну, народ, реально. Пиз... Вообще всех. Все. Там так своих. А кто что сделал? Это своих туда положил. Вот за траншеи. Не знаю, кто выстрелил. Скорее всего, потому что я своим спиной повернулся, и кто-то выстрелил. Народ, ты уже второй раз только за эту карту. Go. Металл, плюс есть знак. Пулемет. С какой стороны? Да по центру прямо. Посередине. Посередине? Вижу Enter. Другой пулемет ближе к точке. Попробую сейчас на него дать. Наших нету. Нормально. Похоже, металл считает свои монополии на своими. Не будет, ага. Потому что он убивает постоянно меня. Да я дурку. Я уже в дурке сидел, какого хрена он меня убил-то? Ой, да, тяжело. А чё на центре так все столпились? Говнище. Потому что надо тренч взять. А как же там великие стратегии, порт, все дела? Ну, короче, не знаю, я пытаюсь порт брать. Туда. А я там читерить не могут? Ну... Потому что у меня очень уже большие сомнения начинаются. Давай, ребят. Идем на тренч, come on. Я же дошел до тренч. Практически, мы вот хорошо идем. Да как? По своим не бейте, по траншее сейчас с корабля. Киньте мне кто-то наводку на костел. О, берем траншеи. Траншеи, 3 человека, 4 сейчас вот. Давай, бери. Не стреляй, все, корабль. Взял. Какую мы точку взяли? Вторую точку, молодцы, порт взяли. Все замечательно. Отлично, все, да, респу на порту. И это берем траншеи. Траншеи удержите, ребята. Рады. Есть! Все, задержали, подожди. Стоп, остаемся на траншеях и остаемся на порту. Все. Я, hold, defense. Все, погнали. Сейчас те, кто на траншеях, сейчас... Чего я могу здесь пулемет? На водку мне хоть кто-то дайте.
Ребята, на порту сейчас чувак там и на... Лови! Точку будет. Там кто-то есть точно! Там шмаляют! Кстати говоря, правый косвен не занят. Этот... Давай, давай, все, держим. Отлично, берем форт. Машинганер, осторожно. Я почти буду проходить. Ну, башню закидывают, если что. Захожу в башню. Да ёбмать! Coastal gun, coastal gun. I see. Народ на порту пустой. Левый coastal gun, только правый не работает. Уничтожил, не? Где? Костел. Есть, все. Не вижу. Нет, нет, живой еще Костел. На Костелисте еще. Я иду туда. Пулеметчик. Я внутри иду к Костелу. Или не иду. Один хуй попали. Да блин. Я в крепость иду к Костелу. Возможно, успею. И, кажется, тут, да. Да блин, почему я не могу попасть сейчас? Все, снял кустальщика с ножа. Ага. Там на башне наверху, смотрите, осторожно. Которая возле пулемёт. Прорываюсь дальше. Осторожно, по центру там какой-то сейчас хер пришел. Окей, центр, окей. Он уже троих, он в центр сейчас тренч, захватит. Да? Тренч, тренч, тренч. Порт, ребят, порт. Бегут, бегут на траншею. Траншея утеряна. Подожди. А все траншея прекрасно. И порт. И, не, порт он еще порт, наш. Порт держите. Okay, держите порт, okay. Сейчас траншею отвоюем. Траншею отвоевали. Угу. Блин, ну раньше бы сказали. Ничего себе, а че вы еще там хлопнули? Вау. О, хорошо, слева. Слева левую башню взяли? Не знаю кто, но я бегу туда. Да, первый рос. Там ай, своего завалил. Помогай на левой стороне. Твою мать, кого завалил? Моите на левой башне. Левый кост пока что не работает. Некоторое время. Попробуй сейчас наводки подавать. Блин, я на левой башне много, ребят. На левой башне много, не иди. Лежат. Не иди, на левой башне много. Накидайся сюда. Смотри. Сейчас я бункер займу. Слева yeah. Какого. Это мой бункер. Ну вот как так-то, а? Я прицелился, стреляю между... Порт, что там? На порт вообще пустой. Четверо идут, смотрите. Ребят, на порт возвращение. Так, я... Есть на порту кто-то. Сейчас кто-то садится, Тут пулеметчик на порту. Снимаю. Да, снял. Прямо лежит у флага. Всё, ребята, снимаю. Контролю костел. Левый. Я в крепости. Твою мать! Как он слева меня там снимает? Один сидит. Где слева? Я не вижу. Я слева. Но... Слева, как от флага, чуть правее. Флага, флага. Эй, Дедрос? От вражеского флага, чуть правее. Какого, какой точки? Okay, Dadross, alright, so there's a weak, there's a way that you can get in. Тихо, ну. There's a way you can get into... There's a way you can get into the Feo Fortress a lot easier. On the tower that's in the southern area, right by the flag, right by the Tigris flag, you can prone jump through the hole in there. And you can get, and you can bypass a lot of defenses that way, okay? Okay. Dadross, туда. I'll let him in know. Okay, знаешь, Форт, я тебе, як то, дві тауэры. Той тауэр на правую сторону, там такая дырка. Там можно скакать через ту дырку. А, я понял. Не, ребят, меня полетят спалили. Окей, я как раз там стою, я. Меня сейчас будут носить, короче, отвлекали их. Ребят, подожди, да хватит материться. Я говорю, что там в траншеях? Траншея... Нормально. Спарта, поняли, этот, проникаем в порт не через задний ход, там, где через траншейку, а через этот... Задний проход. Да, а через правую башню.
Потому что вас вырубают там. Так, кто хочет на арте посидеть? Ребята, идут на порт, помогите. Я вот в бункере сижу, в принципе, они тут по агрессам. Я знатно. Ребят, на порту никого нет. В смысле никого нет? Тут, туда 4 человека на порт. Ты один. Не, походу, все, они поняли, что это бессмысленная затея. А, я куда-то, похоже, за пушку садится. С башном кто? Смотри, даю наводку на пулемет. Хорошо. На башне, слушай, на башне, на стороне башни сзади, это ты? Да. Блин. В порту нормальный человек, чего говорить. Тихо. Ну, потому что уже подошли. У нас на траншее что-то. Траншеем, я не успел возродиться, меня грохнули. Так, Спарта атакуем, не? Давай. Блин, на башню. Видите, уже изначил этот туха. Не знаю, как это происходит. Ой, извини. Попал. Спасибо. Помогать не могу. Спрятан в бункере. Давай я забегаю в башню, прикрываю. Да, пробуем рашить форт. С разбегу желательно, с разбегу проще, вроде как. Блин, не стреляйте! Кот на корабле, не стреляйте в бункеру. Не знай! Осторожно, я в бункере сижу. А кто на корабле сидит? Ну, не знаю. Блять. Ну, похоже, не знаешь, какой-то порядок, наверное, потому что он не слышит меня. Продолжай стрелять. Вот, провожает. Вот чуть не по мне. Валяй на корабле. Если мент, мент, вашу мент. Вашу мать, ребята. Мент. Тренч взяли. Вони тренч. Кто там в траншее сейчас? Блин, сорян. Понял, окей, ну. Все, нормально. Все. Получается Спарта нарашить? Периодически, да. Попробуйте запрыгивать в этот, в пролом. Там через траншею нормально можно пройти в форт. Вот о чем я и говорил. А тоже на средней башне кто-то. В траншею, сзади траншею. Помогите пожалуйста. Там, по центру, форт, рашит. На средней задней башне тоже кто-то есть. Кто-то будет закрепились в форту. Сорян. Надо мы забыл траншею, потому что это пассивник. Тихо, пацаны. Сколько зрительников уже убил? Вот что значит нас не вылетает. Нет, это... Sorry. Форт держим. Это ты был, да? Меня залагало, меня убили. Не, это форт держим. А чё, в форте какие-то проблемы? Да. Но не мог туда прийти. Блин, так, всё, короче, вылезаю из бункера. Вот только вылез из бункера. Есть башня одной. А я тоже бежал какой-то петушок с винтовкой, сторожил меня там. Сколько же нуждал? Служил башни, подходит. Кто сидит сзади? Нет! Держим. Кто по мне? Там двое идут. На флаг? На сторону внизу. Да, вот, который они сейчас сняли. Левой костылки. Ваши костылки. Они центр сняли, сволочи. Они просто через вниз. Держим форт. Да как? Я не пойму. Держим форт косталами фигашим по ним. Сядьте за костал. Костал. У нас куча пулеметов в форту. Там, короче, в окопе пулеметчик. Они через окоп пошли, четверо. Через какой? Ну где... На сам флаг подходит, на сам флаг один идет. Уже не идет.
Пробуем центр. Там двое было. Кто, кто в вашем космосе сидит? Короче, если кто попробует скайма, центр скайма, взять, там они все скайма. Справа сидят. Трое человек где-то. Там, там внизу кто-то. Там внизу. Внизу куча пидоров. Черт! Бунк, не стреляй по мне. Я свой. Арчи. Под флагом их, под ну, флагом. Ты можешь снять... На порт, а, быстро. Ладно. О, на порту вообще никого не осталось. Есть один, я успел, но их помогите. Давай, 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 давай. Есть, успел. Ну-ка. Ну, поворачивайся, что ли, а? Нихера себе. На крыше. Кто на крыше? Не наши? Не, уже не наши, все убрал, убрал его. Убрал? Все отлично. Я не знаю, кто тут был, чувак, но извините, попал. Внизу идут через тоннель. Во-во-во-во, ребят, тоннель. Да-да, сейчас тоннель. Мне кажется, тут они, тут, говоря, говоря, около порта многовато, но ничего не собираются брать его. Форту все берем офицеренно. Тут вот на берегу вообще трагедия целая разыгрывается. А сейчас я помогу. Используем с форта эти. Ребята, пулемет в форт зашел. А что не получится? Уже нет. Порт. Порт посыраем, господа. Господа, блин, ну, ребят, порт. Помогите еще кто-нибудь на порту, я иду. Порт, порт. Блин, ну плохо. Так, что там на траншеях? На траншеях? Я пытался, но нет. Кто смотрит по центру в доме, пулеметчик засел. Точнее, справа в каком доме. Ай-яй-яй-яй-яй, зашли в форт пулеметчики, да, этот форт держим. Форт? Быстро да. На траншеи, ребят, быстро на траншеи. А какую точку-то мы еще одну потеряли? Форт, я заберу форт. Все на точку. Да капец, тут... Никто нафига в форте. Ну, хватит, не надо разотачиваться. Соберитесь вместе, возьмите форт. Так, захватываю точку на форте. Все, все, кто остается на форте, берем точку. Ну, берись, берись. Все, прикройте меня. Так, вот смотри, сейчас давайте попробуем забрать траншеи. У нас все, все точки захватили, алло, ребята. Не-не-не-не-не, возьмите форт. Все, взял форт. О, есть. Красавчик. В форту, ребята, точка полно, на форт. Все. Ладно. Все, с форта давайте тогда, кто на доке, кто все на правую форт. Эту. Потому что там по центру я чувствую очень жарко. Как порт будем убирать? Один пулеметчик. Ребята, по центру, да, порт, да, да. Ребята. В порту. Смотрите. Сори. Бывает. Есть. Их там два пса из порта выходит. Блин. О. Твой пулеметчик. Хорошо, когда. Кто вот. Ой. Порт мы. Нет, а, чуть-чуть, у меня жраж был. Блин, может быть, чтобы у меня около порта. У форт, форт опять, ребят, что. А, все, есть. Отлично. Все наше. Давай, давай. Порт все лучше детям. Американским. Пулеметы используем. У нас их куча в форту. Блин, в траншее чисто, ребят. Такая куча, там они внесли. В какой траншее? Сейчас, 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 сейчас. Не, ребят, я нашел мушкет. Можно я его себе оставлю? Да блин, простреливай, тварь. Как бы мне... Двое форту, мать вашу! Нет, опять форт. С форта валя, да? Нет, уже никого там нет. К
Хостел наш только простреливает. Так, спокуха. Кто тут гранатки кидает? Кто-то кидает гранатки. Отлично, да, держим, так и держим. Минус. Так, сейчас на костел попробую сам. Держим там проход. Задний? Нет, 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 оба. Там... Не, ты можешь задний подержать? Вот если не держится, вот это уже другой как бы разговор. Блин. У меня, короче, этот, в мой костел... Если Артур маньяк попырял... Вам! Так я не бушу с мушкетона. Так, где я рискнулся? Вход, вход я держу. Хорошо. То так и держим, смотри, у нас отличная ситуация. Если кто-то будет пулемет, я прям оставлю кому-то. Да говнище, блин. Откуда у нас ходят? Центральный, через траншеи. Угу. Ух ты, откуда? Еще видео, кстати, по счету. Так нам и нужно тащить сейчас. Блин, я что-то засветился слишком. Тащить. Отлично, тренч еще взяли. Держим порт со стороны порта и со стороны этот. Порт вообще желательно взять. Сильно в проход не суемся, там закидают гранатами. Форт держим, не рассыпаемся. Двое на входе. Прости, пожалуйста. Короче, кто держит проход на форт, смотри, сейчас должен к тебе прийти. Уже пришел, убили, походу. Убили? Не знаю, тут, тут двое наших бегают. На форте, на стороне точки. Где? Справа, слева. Форту порешайте все. У вас наверху, там, наверху спускается один пес. Меня сняли. Тихо, тебя откуда? Макс, держим форт проход в задний. В задний проход задержим. Да что? Займи еще раз ту позицию классную. Ко мне? Да. А, этот... Сейчас пройдут в проход. Не успеваю, что-то... Уже все, уже прошли два человека. Стреляй сверху. О, порт захватили. Осторожно, там с фортом, с портом мог прийти. Мы и порт захватили. Никто никого уже не захватил. Да вот, хорошая позиция. На пушку прибегает, забегает один. Ребят, займите кто-нибудь вот это, полубункер этот. Снял его. Ух ты, прошел это... дальше. Понял. Да откуда? Через закинул. Есть! Там еще один, через тему забрасывать, смотрите. Наверх забросил. Так, кому нужна пополняшка, подходим к этому бункерку. Откуда стреляют? С-96 откуда стреляют? Пошел отсюда, а? Во-во-во, откуда? Собака беззубая, а? Ребята, у нас, по-моему, внутри, короче, уже тусовка начинается. Внутри, да, у нас через стену. Внутри тусовка. Через стену, ребят, я видел, забрасывают. А. Порт дожмем, не? Молодцы, no, no, no. Кто... Там кто стоит. Я понял. Я постараюсь поползти, но не уверен. А, ребята, кто бомба не хопит? Ребят, наши не бани хопим, окей? Плюс 60. Блин, я потерял свой мушкет, но я нашел еще один. Кто-то находит, кто-то теряет. Костолгана. Да, я нашел какого-то поганого. Который, похоже, видел, как я забегаю, да. Что там с портом? Не, с портом не разбираемся, ребят. Порт зараз спокойный, там никто нема. Нет, два человека, которые идут к порту.
О, молодцы. Это так, пару человек там внизу проход, вторые этот задний. Ждем. Ничего себе. Тихо. Я так нашелся мушкетон, мушкет и сразу же. Откуда пропал. Гранатки раскидываются? О чем прикол мушкета? Ни в чем. Ну, просто. Есть. Ну ладно, пойдем до порту дойдем. Зато больше тут. Пойдем, порту найдем. Отлично, отлично. Ребят, ребята в замке тут чуваки лазят. Лезем, лезем, лезем. Куда лазят? Давай, 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 форт держим. А кто? А какая точка осталась? Чекай, порт, там кто-то взяли. Ребят, ребят, на порту хотя бы один-два человека останьтесь. Блин, я уже. Все, у нас тусовка в форту. Где именно, где? Я не знаю. Порт, прямо на порт. Сейчас. Все, это два или три человека порт. Там есть кто-то вдвоем, я третий приду сейчас. Угу. Бля, у меня где-то соседи на гитаре играют. Круто. Общага, хуй. А, так. Ух ты, откуда? Сколько на порту? Порт? Все, отлично. А, кстати, уже пойду туда. Порт наш. Угу, я понял. Останьтесь кто-нибудь еще здесь, хотя бы двое. Вот я глючу. У меня серьезно с вами беспокоиться без позиции порта. У кого еще глючит? Ребят, ребят, дожимаем. О. Дожимаем этих тварей, выстрели. И у нас 4 человека только осталось. Дожимайте. Я слышу, где-то форту. Форту еще двое идут, нормально, удержим. Убейте их! Где? Одного! Ну! Но? Где он лежит? Где? Он от... Стоп, он вверху где? Где-то. Как он вверху? Где? На форту. Форту, на форту. Рос, Шмидта просит кликнуть, у него нет тэка. Да, у меня нет, он не в ТС-ке. Я не знаю, как с ним связаться. Там все убрали. Какого-то Шмидта где? Убрали. Где? Есть! Ну, не, убейте его! Гранату кинь! Ну, форту, убейте его, пожалуйста! Борн, вали него! А где порту? Где форт. Где конкретно? В какой именно части? Есть, все, Джейсон Борн, таб и скрин. Фу, 2-1. Ай, дари-дай-дай-дари-дай, дари-дай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 -д
Нарывается определенно. Окей. Ладно, все, ребят. Удачи. Этот, стартуем. Давай, пока. Даем траншею, захватываем, потом через порт. Все по правой стороне попробуем делать. Полякам я отдал этот... Корабль? Да. Краков? Нет, корабль. Краков потом отдадим. Львов, главное, чтобы не трогали. Все, погнал. Давай. Да, полякам лишь бы отдать. Са. Да, я тоже хотел это сказать. Но зато они придумали такое гениальное просто это обзывать, что вот это вот курва просто. Еще есть новый известный псакрев. Поехали, что-то со стеклянными глазами. Ой. So what's the plan? Ой. Do we have a plan? Импровизация. Ко мне. Ай, прям, да прям, прям там на берегу.
Ты обалдел, что ли? Держите точку, мать вашу. Да держим, держим, помогите только. Снял металл. Сливочек вот зарек. Что пулеметчик? Снял ватника. Сейчас Саша приходит к ним и начинает пулеметить. А кстати, а как решали, кто защищается, а кто это атакует? Ну в смысле? Мы же за союзников. Не-не, кто какую сторону выбирал, имел в виду? Кто дралка, а кто... Ну, это давно дросу известно. Мне кажется, его обманули. Нет, суть металл снова начал пулеметить. Ничему ему моя пуля не научила. Под лагом пулеметы валяются, если что. Валялись. Не трогайте пулеметы, они проклятые. Опять нету точки. Они нас сразу прижали, они офигели тут. Нам сразу обходить по плану. Ой. Да ладно, как? Ох, ты же ё-моё. Вся крыша, там этот металл залёг. Чё-то крошит нас, ребята. Где? И Арчи, блин, почему металл, Арчи, ватник, все переходя к ним, становятся пулемётчиками? Может, это какое-то проклятие? Вот я о том же. Ну как держите дом, да? Смотри, что по левому краю, возможно, слева стреляют. Чё, на траншейку сможем это или нет? Вот не бежали, вот, бежали на траншейку. Слева ходит там плечик какой-то. Слева, слева, слева. Слева? Двое слева, слева, двое слева. Я тут у них пулеметчиков до сих. Тут один пулеметчик наш. Там что-то стреляет, я не могу его снять. Ага, пытаюсь. Увидел пулемётчик. Смотри, ёбаный человек, который на вышке. Ебаш туда, пожалуйста. Куда по правому флангу ходит? Я в правом берегу. Артиллерию вызову. Опять Костелган. У нас на кораблике кто, ребята? Я. Это я, Тайтини. А, прийти и... Канадец. Молодец. Шмальни туда, пожалуйста. Так, тут свои. Так, давай скажем правому флангу, сейчас прикроем махнящего правому берегу. Мать ваша, да что такое-то? Правому флангу все, прикроем. Кто правом берегу? Кто правом берегу залег? Веди к порту. Порт пробуй взять. Мы прикроем тебя. Прикроем же, ребята? Ребята? Да, да, конечно. Бодидок рывается. Осторожно, справа бодидок. Прорывается. Не только он. Тот почти до центра дошел. Ну, почти не считается. Так-то да. Похоже, ему это объяснили. Справа плечик, плечик. Фух, хорош. Попробуем слева пойти. Подхилка есть у кого-то? Что? Подхилка. На домике. Пойдите, берите. Справа прорываемся. Блин, пулесами с пулеметом залег в траншее. Вправо в стороне траншеи. Ребята, смотрите полево, а то они там очень нехорошо сидят. Да, кстати говоря. Да, кстати, их очень много. Всего там, должно быть постоянно там по пару человек на фланге. Как минимум. На каждом. Да как так-то? Ну, что такое-то? Наш талисманчик нас покинул. Пулеметчик. Пулеметчик.
парень работящий. Ты? Что у нас такого автолес? Баиньки всем надо. Ну ведь так. Да блин, Костелган. Ну и жара. Ну короче, эту игру нужно заканчивать обходом с правого берега и захватом порта. Иначе как и предыдущие. Жаль, ну, синхронно мне так. Кажется, там тоже не дураки сидят. Короче, давай сейчас кто-нибудь со мной на правый берег. Обойдем за борт. Ну откуда? Ну, я ж лежал. Так, закидываем гранатами траншею и побежали. Побежали, побежали. Ребят, справа, может, подможете чуть? Подходим. Лево подходим. Вообще открыто. Там нет никого. Пофиг, справа прорвемся. Это слишком легко, справа. Кто не возьмут. Чё, траншею? Ну, не сговаривайтесь. Фактически взяли. Не сговаривайтесь. Фактически это еще не полностью... Фу, вовремя пулемётчик. Хорошо сказать, что гранату не... Блин, ну кто? Ну откуда? Прямо на траншею. Ну, в траншею, там трое человек. Ребята, двое уже. Интернет! Нет, интернет! Один. Почему интернет включается в настоящий момент? Ну давайте по центру поможем, хотя бы. За камнями по центру. Ага. С камнями по центру, в принципе, можно прокатить, если говоря. Что-то ну что такое? Машингевер, а? Машин... Я их обычно так называю. Так вот, но на правой можно... стороне сидит, хоть попробуйте до порта дойти. Смысл сидеть? Я дошел до порта, и хрен чего меня кто прикрыл. Ну как мы застанем до порта отсюда? А вы дайте я там уж... Сейчас пару человек попробуйте вот у этих... Надо направо. Через... Вот нас четверо, мы сейчас перебьем через залив, через речку. Кто взять? Ну, потом устроим там хороший пекло, чтобы на нас не обратили внимания. Так, спокойно. Ребята, голову под воду, голову под воду. Покуха. Да пока не простреливают. Кто откуда простреливает, вы хотя бы говорите, я может наведу на них. Прочь, мальчик, где-то пулеметчик засел. Залег. На другом рюкзаке тоже. А Зайцев, бежим, бежим. Вперед. Да блин. Стреляй. Нас кто-то носит на правом берегу. Блин, кто есть на правом берегу? Заметил, откуда стреляют? С другого берега я уже обозначил. Нет, там еще, короче, за камнем чувак сидел. Принято. Ну откуда? Ну что такое-то? Ну почему не идет? Нам нужна еще одна точка, и все будет у нас замечательно. Давайте возьмем точку. Да блин, извини. Что нас мало. Короче, давайте сейчас не лезть вперед те, кто рейсится, походу, это уже вперед. Вообще не смешно. Ждите остальных, ждите, пока вся команда у нас рейсится. Вся команда будет живая. И пройдите все команды может, по все левому берегу. Может по правому берегу все просто побежим? Угу. Да, просто по левому берегу. Кто-то добежит-то. Не факт. Скажите, не лезьте. Ну, куда мне? Человека на правом берегу? Вот по левому сейчас чуть-чуть прошел. Ребят, ну поддержите. Кто по левому идет? Ну, естественно. Там пулеметчик сидит на него, все, снять пулеметчиком. Сука, там... как так-то? Ах так-то, там просто вечно. Я, да понимаешь, что занимается наш корабль? Я уже знаю, чего занимается наш корабль. Что такое не постреляют? Тут должен быть шквал снарядов.
Зря, ой, зря прикомандовал корабль рос. Вот куда, кто на корабле, а сейчас шмальните туда разочек, там три человека стоят. Да, поклич таргет. Снял, снял. Спасибо. На правом береге снял, помогите, быстро, я возле портала уже. То откуда? О. Двое в на порту, портал. Ребят, помогите. Давайте на правом берегу прорашим. Мышки сняли, хорошо. Старшие, отвлекаем их от порта. Суки. Один пулеметчик, один нет. Старшие, старшие. По правой же хорошо, прошли. По правой стороне, пройтись, победите по запортам. Мы отвлекаем, мы жрут устраиваем. Ребят, я по правой стороне, уже их тут вот, помогите. Они же состяпнули все свои силы. Просто пройдите до порта. Победите там, прорашите. Спасибо. Чё, голяк? Я говорю, тут двое на порту. И там две стоят на форте. Форту. User joined your channel. Hey guys. Hi. Alright. Alright, so some advice here. Since the coastal gun's hitting us in the center area, if you guys hug the water line on both the left and right, you might be able to avoid the coastal gun and we'll be able to make it push far easier, okay? Кстати, он дело говорит. О чем он говорит? Давай начнем с этого. Він каже, дивись на той coastal gun, що той coastal gun на нас стріляє. Чтобы убрать coastal gun, нам нужен порт. На нього правом берегу. А ну, хтось поклич таргет на той coastal gun. Чё-то мы всрём, это точно, в раунд. Хтось мені дай таргет. Да не всрём, мы правый берег. Не... О, спасибо. Да на здоровье. Блин, что так лагает? Вот с чего уже пик нормальный? На Симпле игралось больше птиц спокойно. Тут лаги. Походу они правого фланга ослабили, ребят, можно пройти. Потому что те двое сейчас... Да, потому что те двоих они меня сейчас слева обстреливали. Там смотри, пулеметчик снимет двери. Снимаешь сразу? Блин, снайпер нужен. Смотрите, там на правом фланге возле домов кто-то меня снял. Не знаю, кто на. В домах сидит в пулеметчике, я же тебе говорю, в двери конкретно. Да это не пулеметчик точно. А пулеметчик, блин. Ну или поменялись, их там двое было. И один максимум на берегу, тут всех максимум трое. О, сорян, сори. Блин, капец я откатился, а? О, один на крыше! Это уже трое, да? Вижу троих. Один, двое в доме, один на крыше, один справа за бруствером. Честно, я перку беру и... Значит, строит пробельку. Почему ты нас пугает так не вовремя? Не знаю, у меня жизнь как лагает. Все. Правый берег, кроет пулеметчик. Не знаю, где он залег. Да, он прямо на берегу не залег. Фу, снял его. Может, правый берег быстренько кто-нибудь? Со мной. Бежать. Не, я с этого берега не сниму. Какой наглец. Да где этот Coastal Gun сидит? Говнище обоссанное. По мосту бежит. По правой стороне сейчас пройдемте. Вы через правый хотите? Саразы, как у меня обстрел? Значит, с правой стороны. Адарьон через правый берег, через правую сторону.
Просто там прям в траншеи кто-то загреб ключик. Попробуем через право. И работают по правому берегу. Нужно и снять. Кстати говоря, неплохо так представить, похоже. Да блин. Как? Почему ж такие лаги? Откуда такие лаги? Ой, на правом берегу. Ну не лежите вы там. Ну, не стойте. Пробегайте по правому берегу дальше, ребят. У вас будет шансов больше переплыть. А вы бачите Coastal Gun? Нет. Блять. Согласен. Да, мечи не скажешь. Кто там на правой стороне брагозит? Кто там решил? Я что-то подстреливаю. Там, ну, блин, как не попадает. Когда я уж шо за дом? Ну, зачем вы стоите там на правой стороне? Ну, зачем вы стоите? Ну добегите же вы уже наконец до порта. Хватит стоять. Я заставил. Я на правой стороне. Даже чуваков. На правую сторону, чтобы все исчезли. Ну если бы они не стояли, то шли вперед, чтобы там что-то бы... Ну уже, возникаем это в центре. Тут кораблик из-за пристрелялся. О, один дошел почти до порта. Давайте. Ну естественно! Что-то вообще не. Полный П. Ладно, пишите как по старой тактике. User joined your channel. Hey guys. Hello. All right, go to the right side along the river. Follow the river along and the coastal area on the river. We can actually support you from there with sniper fire and pick off the machine gunners. Okay? Make a push. We should be able to take it. Що йому надо? Він каже, щоб всі йшли на праву річку наверх до порт. А толку? Ніхто, блядь, там стоять всі. Захар, не матерись. Да не бомби, давай играйте уже, не бомби. Давайте реально все пойдем. А давайте один бежит по проходу. У нас только 250 очков уже. Короче, один поведет на правый берег. Около вот этого центрального постола моста. Вижу, вижу, вижу. О, моста. Вот. Ну вот так. Да как он меня сейчас только что выстрелил, когда он только поднялся, я не пойму. Это немцы, блин, турки. Но. Играйте немцы. Им лишь бы застрелить. Давайте, давайте время просто подтянем, может рост вернется. То есть. Так, ребята, резайтесь на центре. Я врубаюсь, я закаю их. Где? Умничка, чувак, умничка. Казачок, это всегда по правому берегу, по правому берегу теперь, по правому берегу одновременно. Смотрите, все, рез, на C3, быстро, рез, лево, лево, рез. Все слева, все слева резаемся. На траншеях. С центр, может, возьмем. Траншеи беру. Пройдем, пройдем, там кто еще рядом со мной идет? Траншеи возьмем, блядь! Да не писал, металл с пулеметом. Идем, идем, идем. Блядь, да откуда? Траншеи же хорошая штука. Ну, звучит траншеи. Поймете фот уже. Так, ребята, все C3. А че взяли? На центр взяли. Центр уже сдали. Так, а у меня задопали все красивые пулеметчики. Как же они меня заебали. Ой. Умнички. Да! Форт, форт, как? Форт, всех форт! Как забейте на машине. А, извини. Просто буквально один человек на самом нижней точке, чтобы ее взяли у нас. Чтобы не добрали. А с ним все там, там попроще будет отбить. Уже. Сучара, а? Ну иди сюда. Тварь. Ой. Прости, пожалуйста. Я думал, это враг.
Machine bunker на правую сторону. Machine bunker? Yeah. Да, есть такой. On the left side of the map. Правую, right. Ща, хорошо. Окей. Got it. О, неплохо. Тут еще один, еще один. Сзади. Наш. Савина купила обоих. Инженер, возьмите и закиньте эту башню. Ты понимаешь, что тебе ничего делает? Заходи по центральному форту. Да, Савина там с пулеметом. Пулеметик подбирайте. Блин, ваши буки сели. Смотрите-ка, ваши буки. Бегу на порт. Давайте на порт. Я к порту бегу. Может, пойдешь, поможете мне? Сейчас. Помогаю. Я помогу. Сейчас okay. Порт хватит еще. Вы просто прилетите. Вы в порту немножко останетесь. Что, на порт-то все кинулись? Фу, блин, обоих убил. Красава, чувак. А там же там в проходе. В проходе. Просто стапель меня забрал. Как, блин, это... Двое в порту. Хуй там. На порту кто есть, нет? Там уже нету, их там тут много слишком. Есть я. Ну слишком много. Там. Четверо вижу возле фланга. Форт, смотрите, вот мы потеряли еще одну точечку. Это изначальное. Форд, смотрите, пожалуйста, по центрику один прошел через меня. Давай на порт. О, трошею хватаем. Трошею хватаем. Я сейчас заберу, он держит трошеи, то вполне себе. Можем победить. Есть! Все, теперь просто ДФМ. Держим все точки. Держим все долбанные точки. Так, мне заработал снайпер. Откуда он стреляет? Кому попадают вообще снайперки? Да, как им дресс пытается снайпер? Останьтесь кто-нибудь в порту. О, в порту, а остальные на порту. Но я выход держу, я держу выход. Все, у них уменьшается билеты, отлично. Это вообще прекрасно. Так, давайте поддержать все это. Трошей, берите. Даже вот это немного. Они по задней стороне обрашивают, по задней стороне. Блин, там крысы с пулеметом. Центр оставите? Ребят, один форт забежал. Да. Где, с какой стороны? Давай, стоп, Берлин. Через центр. Блин! Сейчас посмотрим. Двое форт, ох, не помню, крайне. Все, уже нету. Скрин левую точку. Левая точка, захватили. Порт берите быстро. Попробуй отвоевать. Прятан, все, форт много, ребят. Я с тобой. Твою мать, а? Нормально. Угу, погнали. Интернет. О, блин. Я жив. Третий пришел. А, я вспомнил всех! Что вы творите? Ёпашу мать-то! Я что за мясо? Ты ведь сколько хрестнул стрелять на этом месте, а? Не просто сами остались ниоткуда. О, боже. Один хуй нас больше. Вот таким садом это не поможет. Нас мало, но мы есть.
плохо сказано. Кто форт бьет? Блин, а вас форт убирают. Ну, я порт пошел забирать. Фу, убил. Блин, трое. Сейчас беру. Что по центру? Сейчас просто теперь держать все эти точки. Держать точки. Да. А кто сзади заходит, похоже. Не по центру. Слева, смотрите. Один через меня прошел, еще один по центру пойдет. А это у нас что? Попробуй просто таки отходить. О! Чего они сделаешь? Да блин, у них все, он там роб на правом берегу у них снайпер сидит. Прямо они, просто он сидит на данной точке и убивает меня, когда я пытаюсь захватить порт. Посмотрите сейчас на правый берег, кто бежит на правому краю, посмотрите на правый берег, там должен быть снайпер. Так, ребята, в форт заходят двое. Один по центру, точно, снял меня. Я под флаг. А вот так не надо. Откуда шмаляет? Бункер, они взяли сзади бункер. Там, который на левой стороне карты. Они взяли его. Какой бункер? Наш. Бункер с левой стороны карты. Ну, наш. Чекай, да. Да. Давай, сейчас на порт навалимся. Блин, тут они зависели. У них снайпер там сидит на правом берегу. В общем, пулемет с правой стороны на меня сейчас пошмалял. Я на него сейчас наведу. Капец, сколько их тут? Навел на пулемет, кто на корабле, стреляйте. А, просто этот форт. Не жадно не умирать, конечно. Уж их тикеты катают. Давайте в порту. Ребят, у нас, короче, пулеметчик сидит там сзади, где замок. А где конкретно? Я вижу, понял. Надо видеть. Блин, справляются. Давай, в порт со мной кто-нибудь, пожалуйста. Порт вперед. Ребята, цель. Только это не порт, только это башня. Это башня. Замок, никого нет. А сейчас порт, берем порт. Берем порт, все. Все дубные команды. Пофиг на все. Просто берем порт. Не считайте потерями. Пусть мы умираем, но берем порт. Ну не надо своих убивать, а! Ну могли бы сейчас порт, но своих-то убивать зачем? Своих-то убивать зачем? Нет! Взяли его! Ну кто убивает своих, а? Кто? Там кто? Один по центру прошел! Нет, не один, я бегу. Зашел по башне. По башням там прошел все, я видел. Да. Я бегу за ним. Смотрите, как бы он сейчас слева не зашел, вот в эту башню. Вот, я как раз бегу туда. В костную башню. Окей, тут Удин лишился на B2 в Machine Bunker. Угу. Ребята, спаун C3, там да, чувак. Да, есть такое. Быстро. B2. Пофиг. Блин. Сказал кто-нибудь, что спавнит. А, курва. Рунь загружу. Шмальните туда. А нет, не блин, надо шмалять, это свои. Я врываюсь. Я мясо. Ладно, прикройте меня. Я. Ой, а выход возьмите чисто. Выход возьмите туннель. Взял. Меня забили.
Я попил время. Давайте. Давайте, ребятки! Давайте, ну же. Дайте точку. Даже не дайте сфармиться просто. Давайте, на порт. Как раз вчетвером. Зашел. В крепость зашел. Один замок прошел. Есть. Где? Теперь двое в бункере. Бонни забегает. Бэннер. Он меня задолбал сегодня. Металл в бункере стал там сидеть. Вот он, все, нет его. Красава. Вы сняли того пулеметчика? Смотрите, остался только металл. У нас один человек остался. Все по точкам распределитесь, пожалуйста. Металл сидел в нашем бункере. Б2. Machine bunker, Б2. Ну блин. Б2. Сейчас я подхожу, говорю к нему. Ребят, он там в углу в пулемете сидит, давайте кого-нибудь. Да. Он выбрался, вылез. Сейчас. Смотри. Да. Есть. Браво! Скриним. Когда. User joined your channel. Ура! Салют! Браво, товарищи!